Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Большое вам спасибо за ваши вопросы, и сегодня я хочу ответить как раз на один вопрос: как работать с понтонами в Adobe Illustrator. Часто, когда мы говорим про дизайн одежды, про то, как мы создаем принты, нам нужно для производства сказать, какие это будут понтоны, так как понтон — это международная система кодирования цвета, и она помогает, соответственно, передать цвет. Не какой-то там серо-буро-козявчатый в крапинку, да, а в четкий номер понтона. Там, если я говорю 17400 и говорю, что это TPX-TCX, то человек меня понимает, что это будет средний серый цвет, который нужно будет сделать. Соответственно, есть разработанная система прокраски лэбдипов, прокраски ярна, пряжи, и могут быть принты, которые будут создаваться методом, например, накатки, и каждый цвет будет задаваться определенным цветом понтона. Так вот, как это передать? Первое, на что стоит обратить внимание: если ваш монитор не калиброванный и не подходит никакому оборудованию, то есть вот конкретно это оборудование, там печатный станок, который делает цифровую печать на ткани, и ваш монитор не скалиброван с ним, то подбирать на экране цвета практически бесполезно. Вы можете подобрать их приблизительно на глаз, и это будет точно такой же эффект. Только хорошо калиброванные мониторы под конкретное оборудование дают хороший цветовывод. Поэтому, если у вас какая-то другая фабрика, то вам нужно им дать четкую инструкцию. И просто прокрашивать вашу картинку цветами понтонов не всегда резонно. У меня был такой кейс: во время работы мы делали принты на футболке и поставили дополнительное расширение типиксовских понтонов в Adobe Illustrator. Я сейчас покажу, как это делается. Для того, чтобы сразу футболки собрать в правильных цветах понтонов, и потом бы их шелкографии нам сделали. Когда мы это сделали на экране и распечатали, нам сказали, что вы такое сотворили, почему оно такого гадкого цвета. Потому что те цвета, которые у нас были в каталогах, в реальных, TPX-овские, TCX-овские, напечатанные на хлопке, они смотрелись красиво. Мы из этих понтонов собрали гамму, и эти понтоны перенесли, соответственно, на компьютер. А цветопередача компьютера была одна на экране. Цветопередача, когда мы распечатали на нашем цветном принтере для того, чтобы показать и презентовать тот вариант, который мы хотим, была совершенно другая. А после этого данную практику мы прекратили и начали выбирать физически из каталога цвета, которые нам подходят, а потом их подписывать производству, соответственно, чтобы они понимали. Но иногда все-таки цвета нужны. Давайте покажу вам, где они находятся. У меня Adobe Illustrator, я открыла принтик, который мы уже рисовали, можете посмотреть, как это было сделано. Соответственно, есть полное видео, мы подбирали цвета. Вот, можно задавать сразу нужные понтоны, нужную гамму. В Adobe Illustrator по умолчанию есть цвета Pantone. Они находятся у нас с вами, сейчас я скажу, вот здесь. Верхнее меню, окно, библиотека образцов, каталоги цветов. И смотрите, здесь у нас есть встроенные палитры Pantone, они обновляются, потому что есть соглашение между компанией Adobe и Pantone, соответственно, они обновляются, они у вас будут в Illustrator и в Photoshop. Но те палитры, которые представлены вот здесь, они отличаются от стандартных цветов, с которыми обычно работает модная индустрия. Я имею в виду вот эти каталоги TPX и TCX. Видите, у них есть другая кодировка. А мы привыкли больше их видеть все-таки вот в таком формате, когда у нас понтон, две цифры, дефис, еще четыре цифры и кодировочка. Как, откуда это взять? Ну, можно работать со стандартными, при этом у каждого цвета, соответственно, вы можете посмотреть кодировку RGB и посмотреть кодировку CMYK. Ну, это если нужно, да, оно все шифруется, вот. А если не нужно, а нужно сразу подобрать, то вы можете себе вот это поставить. Я нашла сайт, не знаю, насколько он официальный, нашла я его просто поиском Google. Вот так он выглядит, я его ссылку оставлю в описании. Ну, вроде как это все
ну, как связывается, и у меня поставилось. Вот они здесь, палитры, смотрите, TCX, TPX, новые палитры, да, а вы, соответственно, открываете, скачиваете куда-то, ну, например, я ставлю на рабочий стол. Вот, положите отдельную, сделайте себе папку, куда вы можете. Вот это у меня Pantone TCX, а я сейчас TPX-овский скачала. И теперь окно, библиотека образцов, другая библиотека. Куда мы с вами положили этот файл, заходим. Я качала TPX-овский, вот он, открываю. Вот он у меня появился, это обновленная библиотека. Смотрите, оно открывается вот в таком виде, не всегда так удобно работать, потому что мелкие цвета, непонятно, как их оттуда вытаскивать. Вот сюда нажимаете. Здесь вы можете сделать средние миниатюры, большие миниатюры, или тот вид, с которым люблю работать я, маленькие миниатюры и цвет, и большие миниатюры и цвет. Я люблю вот такой вид, мне он более комфортен, он больше приближен к тому, как у вас выглядит настоящий пантоник. Потому что, когда мы говорим о физических цветах, которые у нас не на экране, не кодируются RGB, да, когда мы свет видим, а когда мы видим отраженный свет и вот эту вот краску, лучше его, конечно же, смотреть на оригинале. И все фирмы, которые занимаются промышленным производством, да и, в принципе, частные дизайнеры, которые много с этим работают, они все имеют пантонники физические, не на компьютере, а физические. И цвет подбирается физически. Только полиграфисты с калиброванными мониторами работают вот таким образом. Вам, скорее всего, это не понадобится. Если у вас калиброванный монитор, у вас есть специалист, у вас есть рядом под рукой оборудование, там уже идет тонкая настройка. Я говорю сейчас вот про дизайнеров, которые именно фэшн занимаются, и мы будем печатать это все на ткани. Вот. Соответственно, потом оно у вас появляется, все эти библиотеки, которые вы загрузили, вот они, смотрите, все там же, окно библиотеки образцов, вот они у меня две библиотеки, встали. Вы можете скачать больше библиотек, если вам нужно. Вот ссылочку вот эту я вам оставляю. Вот посмотрите, какие тут есть библиотеки. Как здесь написано, это в 2019 году, в августе сделано. Соответственно, могут быть уже какие-то обновления на данный момент. Но база здесь есть тоже. Вот Pantone Coated, который уже предустановлен в иллюстратор, они здесь тоже есть. В общем-то, вот можете скачать, себе установить. У меня все скачалось, установилось, никаких проблем я не выявила. Но если что, напишите мне в комментариях, тогда как бы сайт нашла через Google. Вот. А далее, как я буду эту информацию передавать кому? Соответственно, на производство. Я всегда ищу по физическому. То есть даже если я смотрю на мониторе и понимаю, что мне нравится, я буду физически у себя в руке раскладывать веер, либо раскладывать пантоник, собирать этот цвет. Как я его потом буду передавать? Я нарисую вот такие штучки. И вот, например, я буду подбирать. Мне нравится этот цвет. Здесь всего 4 цвета у нас. Соответственно, если цветов больше, надо будет сделать больше. Мне нужно найти, смотрите, бледно-зеленый цвет. Мне нужно найти белый цвет. И мне нужно будет найти, кстати, белый, вот он такой и будет. Он не будет кипельно-белый, как у вас здесь. Вот это хороший классический белый цвет. И тоже нужно это, ну, это опытом приходит, когда вы смотрите на пантоник и будете понимать, что какой у вас цвет в конечном счете вы получите от того, что вы попросите производство сделать. Это все опытным экспериментальным путем нарабатывается. Так, я не вижу похожий цвет на то, что мне нужно. У меня сейчас я не подбирала цвета на этот принт отдельным пантонником, поэтому что-то такого плана, да? Ярковат он немножко. Давайте попробуем посмотреть в соседних цветах. Здесь побольше. А, это были обновленные цвета, это вот новая гамма. Вот, и вам нужно, соответственно, их подобрать. Что это у вас такое получается? Здесь тоже можно попросить
большие миниатюры и имена цветов. Вот смотрите, то, что я подобрала цвета, этот можно убрать. Сейчас давайте уберу, не нужен. Так, где они у меня? Вот они, 4 цвета. И что я сейчас сделаю? Пошире, чтобы было видно. Просто вот здесь напишу цвета для фабрики, чтобы она это сделала. Соответственно, напишу слово «Пантон». И смотрю, какой у меня это будет цвет. Давайте посмотрим. Ну, мы же его уже выбрали. Так, ну ку-ку. Не очень удобно. Сейчас мы так его отдельно вытащим и посмотрим. Вот они, мои 4 цвета. Это будет цвет. Девятнадцать, пятьдесят шесть, двадцать один. И обычно это типиксом пишут. Типиксом. Остальные цвета делаю по тому же принципу. Можете нарисовать здесь понтончик, да, можете вот как понтон выглядит, он приблизительно вот так и выглядит. То есть вот оно вот так. Тогда тем людям, которые будут смотреть, им будет более понятно, что вы имеете в виду. Таким образом. Так, давайте допишем те цвета, которые у нас есть. Так, 11, 10, 01. А этот будет 15, 43, 06. 15, 43, 06. И 16, 13, 28. Еще раз повторюсь, что обязательно искать эти цвета в реальности. Теперь еще стрелочки, потому что вы будете делать физическое изделие, и вам нужно, чтобы оно у вас четко попадало. Так, так. И вот так. И уже вот это вы можете отправить своему поставщику. Будет это принтовик или производитель ткани, который вам будет принтовать. Еще нужно подписать размер рапорта, соответственно. Но поскольку мы говорим о понтоне, сейчас мы это не будем делать. Вот это вы отправляете, спрашиваете, в каком формате ему этот файл нужен. В формате, как правило, PNG они берут, а иногда берут PDF, IPS. Договаривайтесь, я не буду давать универсальных советов, потому что каждый поставщик индивидуален, и вам нужно спросить конкретно ту фабрику, на которую вы будете это отправлять, что вот такая у меня цветовая инструкция, отдельно они у вас попросят рапорт в правильном размере. А там уже разговаривайте конкретно в каком формате и в какой цветомодели. Сейчас многие просят в RGB, это в ЦМИКе сделано. Вот. И вот таким образом мы осуществляем при текстильном дизайне работу с понтонами. Еще раз повторюсь, обязательно нужно понимать, что индивидуальная настройка монитора и яркость дает восприятие цвета. Если я даже сейчас это сохраню и отправлю на компьютер другому человеку, и то, что вы будете смотреть, да, если я буду смотреть это с телефона, я всегда получу разные оттенки, а это уже очень важно в такой работе. Всегда при работе с текстильным дизайном выбирайте не по монитору, а по живому каталогу, а потом просто переносите эти цвета. И не всегда те цвета, которые вы перенесете, на экране будут хорошо смотреться. Иногда лучше подобрать на глаз похожий цвет и подписать, какой номер понтона вы имели в виду, чем все-таки упереться рогом и сказать то, что я хочу именно этот цвет понтона, но при этом получить совершенно
ужасную картинку, а 80% людей у нас визуалисты, если вы будете это презентовать на художественном совете, то вас могут его просто завернуть, или заказчик это просто откажется. А вот таким образом у поставщика есть четкая информация того, какие цвета вы хотите. Если появились еще какие-то вопросы по этой теме, вы мне задавайте, я много с этим работала. Много мы цветов гоняли туда-сюда для того, чтобы получить нужный результат. И иногда присылают его, потом он корректируется. Там уже подключаются технологи производства. Если есть еще вопросы по принтам, тоже пишите в комментариях. Я все отсматриваю. Мне очень интересно делиться именно той информацией, которая для вас актуальна. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят постоянно, и я постоянно рассказываю что-то новое и интересное. До скорых встреч! Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы у вас пришло уведомление о новых видео. А с вами была Чайковская Екатерина. Пока-пока!